Белла, у меня срочная проблема! У меня это... дом пропал! И я опять заспавнился на вокзале! Да ты достала! Ну что ты угораешь, блин? Вообще нифига не смешно! Белла, а как ты думаешь, может быть мне купить какой-нибудь дом? Yes. Хорошая идея! Давай я, пожалуй, быстренько доеду до риэлторского агентства и присмотрю себе какой-нибудь опупительный домик! Белла, как ты думаешь, у меня получится его купить? No. В смысле? Почему? Дома выставлены на продажу... В данный момент... В продаже нет домов. В смысле нет домов? Здесь что, на весь сервер раскупили абсолютно все дома? Yes. Офигеть, а как это так? А может быть есть хотя бы какой-нибудь маленький домик на деревьях? No. Серьезно, тоже нету? Сейчас я проверю. В данный момент в продаже нет домов. Да чё, блин, за фигня-то? Как это работает? Так, подожди, а если присмотреть себе какой-нибудь бизнес? Бизнесы будут продаваться только в 17:00. А это видео я записываю прям посреди ночи. Офигенно, блин. И чё мне тогда теперь делать? Короче, я думаю, то, что мне бы желательно доехать до моей машины. А то этот скутер меня уже прям капец как достал. Кстати, если ты в игру только зайдешь, ты сразу же сходу можешь получить самый настоящий гелик. А если ты хочешь узнать, как это сделать, просто смотри видосик дальше. А я тем временем немножечко уже подъезжаю к дому. Я просто проехал почти что через всю карту. И точнее подъезжаю к машине, к моей запаркованной. Дома-то у меня больше нету. Так, тачку я где-то здесь парковал. Давай мы ее просто быстренько вызовем командой кар. И конечно... Конечно же, вызовем нашу Беху. Вон она заспавнилась. Блин, какая она все-таки опупенная. Не то, что, блин, этот самокат, который я арендовал. Кстати, аренду нужно обязательно завершить. Прописать команду StopRent. Вы успешно прекратили аренду транспортного средства. Ну и хорошо. Мы быстренько открываем тачку. И я думаю, то, что Беха будет намного удобнее. И сейчас я тебе покажу, как нужно гонять. Блинский, блин, аж сиденье вдавливает. Капец какой-то. Мы тут еще, конечно же, немного и подрифтим. А еще у меня вот есть вопрос, чем бы мне сейчас заняться? Кстати, точняк, давай спрошу у Беллы. Белла, как ты думаешь, что мне сейчас поделать? Может быть, устроиться на какую-нибудь работу? Yes. Окей, давай как раз-таки этим и займемся. То есть сначала мне нужно просто доехать до мэрии. Кстати, я, если что, играю на сервере онлайн РП, прям со своего Android-телефона. Вот, я сейчас на телефоне играю и записываю для вас этот видосик. А играю я на сервере номер один, Техас. Так, я думаю то, что мне можно немного сократить дорогу. Блинский, блин, текстурки сразу не прогрузились, я в забор врезался. Капец, конечно, гениально. Поэтому сокращать лучше не надо. А я, конечно же, это сделаю. Ну, просто считай, я сейчас ночью видео записываю. Тут ночью-то никто не играет. Блинский, блин, да опять врезался. Капец, я уже всю машину разбил. Белла, у меня к тебе просьба есть. А ты это, можешь мне машину как-нибудь починить? Yes. Серьезно? А починишь? No. Блин, почему? А если зрители под этим видосиком поставят 5000 лайков, тогда ты мне машину починишь? Yes. Договорились. Поставь, пожалуйста, свой лайкосик, а то у меня тут это, небольшие проблемки возникли. Ну все, Белла, я надеюсь, что лайки, конечно же, поставили. Давай, чини мне машину. Сработало? Каким образом? Нифига не понял, но очень интересно. Ладно, спасибо тебе огромное. А я уже подъехал к мэрии, и сейчас мы с тобой устроимся на работу. Кстати, я вроде уже где-то работаю, я на самом деле даже не помню, но я сейчас просто быстренько, конечно же, уволюсь. Кстати, ты просто посмотри, сколько здесь есть работ на этом сервере. И я тебе хотел сказать небольшой спойлер. На днях будет обновление, где появятся еще новые работы. Если ты хочешь, чтобы я тебе их показал в следующем видосике, обязательно напиши об этом внизу в комментариях под видео. А я с работы увольняюсь, и давай теперь посмотрим, кем же мне можно устроиться. Белла, как ты думаешь, можно мне устроиться пожарным? No. Нет, мне тоже не нравится. А может быть, налоговым инспектором? Yes. Хорошая идея. Устроились на новенькую работу. И теперь давай быстренько до нее доедем. А пока мы туда выдвигаемся... чувак, ты что, фонарил что ли? Взял мою машину еще раз разбил, жучара, блин, такой. А пока мы до нее едем, давай я тебе расскажу про свой личный промокод. Введи в чате команду MM, зайди в раздел промокод и введи промокод КУБ, который ты прямо сейчас видишь на экране. Всего лишь 3 буквы. И ты сразу получишь себе халявный гелик и халявные денежки. 120 косарей, когда достигнешь 3-го уровня. А я тем временем потихонечку подъехал к работе. Я так думаю, то, что сначала мне нужно приодеться, потому что вид у меня вообще нифига не рабочий. Так, одежда вроде бы вот с той стороны, поэтому давай мы туда быстренько подбежим. И, конечно же, сразу приоденемся. О, теперь самый настоящий солидный Леончик. Да уж, выглядит максимально странно. И для начала мне нужно взять чемоданчик. С ним я выгляжу еще солиднее. А его мне нужно просто отвезти по адресу. Видишь, у меня красная точка на радаре появилась. А пока мы едем, я тебе хотел рассказать небольшой лайфхак. Если ты зайдешь прямо после этого видосика на сервер, встретишь там меня и просто напишешь мне: Кубик, я твой подписчик,
Дай мне денег! То я тебе обязательно начислю денежек на баланс. А я пока что прибыл к своему месту назначения. И все, я оставил письмо и заработал почти 1500 баксов. Заказ был какой-то очень легкий. Мне просто повезло, то что ехать мне нужно было совсем недалеко. Поэтому давай отвезем еще одно письмо счастья. Быстренько его забираем. А в этот раз мне нужно ехать капец как далеко. Просто на другую часть карты. Я раньше, когда в игру заходил, хотя бы в этом районе всегда были свободные квартиры. А здесь, смотри, сейчас купили абсолютно все. Капец, походу на сервере реально играет очень много людей. Поэтому ты здесь 100% не заскучаешь. А я пока что приношу письмо, и за него мне дали почти что 6000 баксов. Нифига себе, вот это я неплохо поднялся. И я так думаю, на обратном пути можно немного затестировать нашу тачку. Давай ускоримся. Капец, меня опять в сидушку, блин, вдавило. 240 км в час, капец, какая огромная скорость. Ну хорошо, что мы хотя бы играем ночью. Здесь игроков нету, полиции нету, и все вообще просто максимально опупенно. Самое главное, что меня за это никто не оштрафует, и никто, конечно же, не поймает. И все, мы с тобой быстренько сейчас до первого города доедем, и нашу форму, конечно же, сдадим. Ой, полицейский. Здравствуйте, мистер полицейский. Я, если что, ничего не делал. Гасим отсюда скорее. Капец, откуда он здесь взялся посреди ночи? Я уже почти что подъехал к месту назначения. А пока я подъезжаю, я тебе хотел рассказать, как же можно скачать игру. Хочешь поиграть вместе со мной на онлайн РП? Так это же очень легко. Первым делом перейди по ссылке в описании и скачай лаунчер. После установки лаунчера просто открой его и нажми на кнопку «Загрузить». Тебе даже делать ничего не нужно, лаунчер сам за тебя все установит, но обрати внимание, что у тебя на телефоне должно быть не меньше 2,5 гигабайт свободной памяти. Дальше просто заходим в настройки лаунчера и вводим игровой ник в формате «Имя», нижнее подчеркивание, «Фамилия». Готово! Теперь просто нажимай на вкладку «Играть» и заходи на любой сервер, на котором ты хочешь поиграть. Но я, если что, играю на сервере номер 1, поэтому жду тебя там. Если ты заходишь в первый раз, не забудь указать мой ник «Артём Кубик» и ввести промокод «Куб». Всего лишь 3 буквы, он же максимально изи. Ну и как ты понял, я тебя жду на сервере прямо после этого видосика. Заходи скорее. Ну и чтобы тебе точно было понятно, как зайти в игру, я тебе решил сам все лично показать. Я захожу с нового аккаунта, смотри. Во-первых, я только что указал пароль, тебе, конечно же, его показывать не буду. Сейчас я указываю игрока, который пригласил меня в игру, Артём Кубик. Тебе тоже нужно указать этот ник. И ты просто посмотри, каким я стал солидным дядькой. Ну, конечно, выглядит он немножко жутковато, но ты же сам понимаешь, мы оказались на РП-сервере. Мы начинаем, конечно же, с бомжа. Но если я в чате веду команду ММ, зайду в 10 раздел промокод, введу промокод Куб, который ты прямо сейчас видишь на экране. Как я тебе говорил, на 3-м уровне я получу 120 тысяч на баланс, а прямо сейчас у меня будет гелик. И у меня на радаре появилась красная точка, где как раз таки находится этот гелик. Осталось всего лишь до него добраться. И я, пожалуй, доеду на скутере. Вот он меня уже поджидает. Я, конечно же, пойду прямо сейчас на нем покатаюсь, а ты пока что смотри видео дальше. Все, я думаю то, что на сегодня мой рабочий день закончен, и я просто за несколько минут получил 7000 баксов. А если ты найдешь меня на сервере, можешь денежки получить еще быстрее. Я тебе там дам 10, может быть даже 20 тысяч, если настроение хорошее будет. Если ты помнишь, здесь на сервере есть контейнеры, которые я открывал, и мне один раз просто сверхлюто повезло, и я выбил эту самую бэху, а она еще и электрическая. И я тебе просто хотел показать, какие здесь есть электрические зарядки. Мне не нужно заезжать на эти заправки всякие, где там еще бензин заливать. Здесь все намного круче. Заправки реально выглядят максимально опупенно. Ну и как ты понимаешь, я тебя сейчас, прям после этого видосика, буду ждать на этом сервере. Не забывай указывать мой промокод Куб. Ну и конечно же скачивать игру по ссылке в описании. Я тебе уже объяснил, как это нужно делать. Давай, а я пока что подожду.